Талдыкурганцы отметили День города. В торжествах приняли участие известные люди. Это депутаты парламента, писатели, музыканты, спортсмены. В их числе и космонавт Айдын Айымбетов, совсем недавно вернувшийся из космоса. Своих земляков со знаменательной даты он поздравил посредством видеообращения. Подробно обо всем Адильхан Сахари. Главные торжества по случаю Дня города прошли на центральном стадионе ЖТСУ. Помимо театрализованного представления и большой концертной программы, состоялось чествование тех, кто внес особый вклад в развитие города. В их числе и космонавт Айдын Айымбетов. Ему присвоено звание почетного гражданина города Талдыкурган. Айдын Айымбетов приехать не смог. В данный момент находится в центре подготовки космонавтов, но отправил землякам свое видеопоздравление. Но в моей душе хранится тепло ваших сердец. Поздравляю каждого из вас с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья и успеха. С праздником, дорогие друзья! 14 лет назад глава государства подписал указ о присвоении Талдыкургану статуса административного центра Алматинской области и тем самым фактически подарил ему вторую жизнь. С тех пор город заметно преобразился. Население увеличилось до 165 тысяч человек. Появились десятки новых предприятий и социальных объектов. Это самый прекрасный город. Мы живем здесь, мы любим его, мы счастливы за него, мы бьемся за него и думаем, что все еще впереди, все самое лучшее. Во многих странах бывал, в разных городах, уголках мира разных был. Ну, конечно, свой город родной, он есть свой город. И всегда ты тоскуешь, всегда ты скучаешь по своему городу. Наш город расстраивается, становится еще больше, краше, красивее. И хотелось бы, чтобы с каждым годом мы отмечали этот праздник. Празднование Дня города не ограничилось концертом. На улицах областного центра были организованы различные выставки. От товаров городских предприятий до изделий прикладного искусства. А местные повара на день рождения Талдыкургана изготовили гигантский 100-килограммовый торт и мегапиццу диаметром в 3 метра. Адильхан Сахари, Куаныш Тургенбаев, 24 КИЗ, Алматинская область.